Здравствуйте, вы на канале Кузямба, и мы играем в один глаз. Один из нас. Если тебе понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте комментарии, не забывайте про колокольчик. И приятного просмотра, мои друзья. Так, что мы тут там? А, мы в этот купол зашли, так, чтобы найти бензин. И тут должна песня играть. Бензин. Эй, Элли, это синагога. Синагога? Как ты определила? А, во-первых, на стенах семисвечники. Ага. Еврейский символ. Во-вторых, я же не загорелась сразу, так что... Не загорелась? Да так, тупая шутка. Не как обычно. Так, цыц. Понятно, короче. Просто нахлынули воспоминания. Сестра постоянно таскала меня в синагогу. Ты не похожа на набожного человека. Не, но я происхожу из неистребимого рода. Какого? Ты имеешь в виду эпидемию? И это, и инквизицию, и Холокост. Моя семья всегда выживала. Угу. Хоть и чудом. Так, ну все, пошли. Много базарить тоже вредно. Так, ну тут типа закрыто. Оп, что там, что-то там светилось? Нет, показалось. Так, ушки, макушки. А, что нам надо сделать? Что-то надо сделать. Так, оп. Так, еще. Ты как-то странно бегаешь. Можно попрямее? Так. Она. Это все. Ладно. Можно? Можно. Так, это мы. Так, перелазим. Похоже, я нашла. Ага. Давай. Там что-то будет? Твою мать. Не выражайся. Мы в молитвенном доме. Тут пусто. Крем. И что теперь? Посмотрим в гараже под судом. Пойдем отсюда. Так, мы так и знали. Здесь ничего нету. Ой. Эй, сюда. Давай. А с этой стороны... А, она закрыта была. Понятно, я думал с этой... Ты сейчас молишься? Иногда. Правда? Когда? Перед выездом из Джексона. У могилы Джоэла. Иногда просто тихонько про себя. Ну давай, давай. Помогает? Истин. Меня это успокаивает. Помогает. Хорошо. Взглянуть на вещи иначе. Это... способ справиться с горем, выказать уважение. Так меня учили. Ладно. Угу. Так. А теперь как нам обратно выбраться? Не, ну, на... Как ты... Так. Не, ну должен быть какой-то выход. Где он? Я понял, по-любому. Все. Сейчас мы... Опа. Оп. Вот единственная вещь, которую можно куда-то поставить. Так. А, наконец-то. Как тебе нравится эта игра? Напиши комментарий, что ты думаешь насчет этой игры. Вот. Иди сюда. Иду следом. Давай. Куда нам пойти?
Я знаю, что мы сейчас пойдем туда, нам окажется туда, поэтому пойдем сюда. Нет, поэтому. А что мы нашли? О. Что это? А, это Тора. Тора? Чего? Писание. Типа как еврейская Библия. Сестра бы плясала от радости. У нас была такая в Нью-Мексико, но обгорелая. Так, понятно. Ладно. Ну, хорошо, хоть они не все выкинули. Так, ну что, где мы тут, что мы тут, как мы тут? Так, взаимодействие с веревкой сейчас будет, чтобы... Эй, что ты делаешь? Так можно перебраться на тот балкон. Ну ладно. Элли, осторожней. Так. Нормально. Держится. Так. И туда. Сюда. Туда. Сюда. Ну конечно. Туда. Сюда. Туда. Сюда. Давай. И еще раз. Сюда. И туда. И мы. Оп. Легкотня. Давай, Дина. Ага. Давай. Ну. А, что-то у тебя быстрее получилось. Такой я отвернулся, а ты. А, уже здесь. Ну нет, ну. Нечестно так. Так, что у нас тут? О, что у нас? 5, 7, 7, 4. Мы что, в будущем? Не тупи, это иудейский календарь. На Новый год сестра давала мне яблоко, политое медом. О, съемки потекли. 70 лет назад, как промирала война, мой дед... Дедушка и семья бежал из Германии. Он спасся благодаря доброте, храбрости поляков. И вот круг замкнулся сегодня. Ночью мы собираем вещи и уходим из города в сопровождении ваших храбрых воинов. Это достало, возможно, благодаря вашей доброте. Спасибо, что помогаете мне сберечь так понятно. Я надеюсь, вы все добрались. Так, новая запись в дневнике. Да не. Ой, простите, пожалуйста, что-то у меня прям. Так. Ладно, купол вычеркиваем. Пойдем искать здание сюда. Да, давай. Имеет смысл запасти немного припасов в дорогу. Здание сюда. Так, мы здесь уже побывали, все понятно. Как всегда, ничто не вечно. Давай, ты идешь? Тут, по крайней мере, спокойно. Так странно не слышать тут рёва грузовиков. Или выстрелов и взрывов. Угу. Моя сестра избегала зон. Понятно, почему. Ее паранойя со временем только крепла. Иногда почему? Она просыпалась по ночам, крича от ужаса. Сочувствую. У нас всегда была наготове сумка с вещами, на всякий случай. Да, не, это мы оно? Мы нигде не задерживались больше, чем на пару недель. Это бесило. Так, мне кажется, да. Смотри, кажется, я нашла суд. Ты уверен? А, видишь вывеску вон там? На здании. Где сказано суд. А, ну, поздравляю, детектив. Отметь это место на карте. Так. А, мы думаем, что... Ну, тут недалеко. Не пойдем туда, не знаю. Пойдем, не пойдем. Вдруг там что-то есть. Давайте сходим, посмотрим. Что там вот здесь может быть такого?
Хорошо, когда у тебя есть дом, правда? Да. Да. Когда я только приехала в Джексон, я поразилась. Столько людей. Блин. А я поразилась, что столько еды. Да. Помню, первую неделю я просто обжиралась. Распихивала еду по всем карманам, а то вдруг закончится. Я видела. Не видела. Я еще подумала, кто эта тощая деваха, стащившая все вяленое мясо? Да не так уж много я стащила. Так. Что у нас тут? Так, давай прочитаем. Проверь старые нычки Вов, но предмет запасов много там не будет, но сейчас пригодится любая мелочь. Хватай все, что найдешь, и двигайся к нам. Серия вину насчет корочки, не волнуйся, мы позаботимся. Корючки. Корючки. Так. А Джоэл ведь обожал кофе. Смеешься, что ли? Он бы половину пожитков отдал за пакет зерен. Мне не понять. Какое-то жжёное говно. Спасибо. Ну, карта. Тонкий вкус, мать его. Нифига, то есть, короче... А тут может быть что-то есть. Ох, берегись! О, блядь, пизда. Да. Да. Не знаю, но меня это бесит. Что-то мы нашли. Ключик. Барко. Это что? Баркос, Баркос. И ключ какой-то, Баркос. Эй, я нашла ключ. Тут написано Баркос. Надо бы проверить. Угу. Ну, это мы, думаю, сделаем в другой раз. Блядь, ебать, я всрался немножечко. Так, мы здесь все осмотрели, здесь ничего нет. То есть, короче, тут они сделали, что взаимодействие разбить стекло. Думаю, мы все осмотрели. Разбить стекло, допустим, еще чего-нибудь. Так. Ну что ж, я думаю, можно попробовать. Давай. Элли искренне воспринимает меня всерьез. Что? С чего ты взяла? А чего она вечно ржет? Ох, так, сюда иди. Да ладно, смешно же. Так. Теперь нам надо найти возможность, как залезть, попасть в суд. Так. Ну, конечно. А, попытка не пытка. Пойдем искать дальше. Так. Далее. Слышишь? Слышу. Зараженные. Они в здании суда. Ох, сейчас нам достанется. По крайней мере, мы готовы. Так, нет, но ну, мне этот. Наверх поднимем. Пойдем. Так, может здесь что-то есть. Так, блокпост. Так, что у нас тут? Ничего. Ничего хорошего нету в этом, что... Так. Вот.
Давай и... Ну... Давай. Так. Не говорю, что ты сюда хочешь пойти. Так, щелкуны. Так, где-то еще могут быть. Это... Блять, ебать вас много. Угу. Так, надо не молчать, разговаривать надо. Блять, да ты ходишь-то? Так. Да ты, где ты? Ну вот там чуть-чуть слышно. Да, то есть их как минимум... Вот, раз, два, как минимум четверо. Ну, если вот этого убить, то тогда четверо будет. Таких сейчас пятеро. Ой... Кошмар какой-то, надо этого завалить. А? Что? Ой, вали нахрен. Ты чё такое это? Так. Тихо. Вот сейчас мы тебя завалим. Ну, свали, свали. Так. А он сюда пойдет, не пойдет? Вот, честно. Так, если ты сюда повернешь, блять. Давай. NPC должен свалить, я сказал. Есть. Есть контакт. Есть контакт. Так, все, это мы сделали. Так. Изготовлен предмет для оружия. Да. Так, что мы можем взять? Коктейль молота? Нам не надо. Так. Но мы можем одну... Это сделать все ништяковски. О, у нас это... Ускорять перемещение в режиме слуха, чтобы обнаружить инку сквозь стену, держите R1 перемещение. Это ускорение... А, надо то или другое прокачивать, чтобы мы... Так, недоступно. Только у нас одно доступно. Ладно, хорошо. И контакт. О, ученик. Что это у нас? Персональное использование аптечек. Ну давай, его тоже включаем. Всё, теперь нам надо получать урон, который в ином случае бы смертельно вы выживаете. С малым запасом здоровья имеете возможность убежать. Неплохо. Так. Так, и где они? Один вот там. Так, давай обойдем. Так, там у нас что? Ты что там шумишь, мать?
Включить или выключить фонарик. Да. Чё-то ебать, вас много-то. Это какой-то трэш. Так. Опа. Ага. Так. А вот это, конечно, надо убрать. Так, как она там ходит? Ну, ты, конечно, молодец, давай. Так, сейчас ты мне должна быть, пойдешь. Так. Есть контакт. Так, это что мы здесь нашли? О, еще тряпочку. Так. Там вот этот... Блин. Щелкун, щелкун, щелкун. Ой. Скорее всего, эта серия будет подольше идти. Так. Это мы вынесли. Кто-то там. Вы плавали. Так. Не вообще даже не думай туда ходить. Блин, ну это вообще сложно. Вот честно, вот как стримеру, типа там, или кто занимается иной степени, вот очень сложно в таких моментах типа сосредотачиваться, думать и общаться, вот. И честно, я стараюсь, и ну, где-то в той или иной степени у меня получается, надеюсь. Зашла и обратно. Так, а ты что у нас там в кабинете, что ли? Ага. Так, и ты должна сюда пойти, да? Или ты обратно пойдешь? Он такой тень. Юбита. Это маленькая отсылка. Так, если мы сейчас. Вот одна там, это хвар ходит, и там ходит еще, вот она рядом. Ебать, она быстро все делает. Есть, 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 есть. Ее контакт. Будет она знать наших. Так, все, это тут мы вынесли. Так, это мы забрали. Так. По-тихому. Обстановку смотрим. О. Это у нас кто? Это щелкун.
Да, это щелкун. И как он ходит? Так, его надо потому что завалить. А потом вот ту. Завалить, она стоит, типа, нифига ничего не делает. Да не, но я 100 раз так делал, поэтому... Так, вот и нас... А, ты там не пройдешь, там тупик. Да? А, нет. Так. Он так противно визжит. Тихо. Есть. Эти самые опасные. Все. О, нифига ты ее завалила. Вообще красава. Это все? Вроде да. Вообще. Пойдем за бензином. Да. Я говорю, бензин. Интересно, каково быть присяжным? Наверное, прикольно. Садишься. И дальше что? Садишься. Ой, хорошо. И что будет дальше, ты узнаешь в следующей серии. Спустятся они вниз, найдут они ли бензин. И это ты узнаешь только завтра. Всем, кому понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. И всем пока-пока.